Ну і далі ще одне пряме підтвердження ганебної втечі окупантів із Харківщини. Тепер вже від полоненого росіянина, який розповів Службі безпеці України, як його командири покидали своїх солдатів та боягузливо втікали від Збройних сил України у Харківській області. Я воєнслужащий Російської Федерації. Утков Данил Сергеевич, 20.09.2002 року народження. Служу в 7-му отдельному стрелковому полку военной части 06414 города Калининград по должности гранатометчик. 16 февраля я подписал контракт. 26 числа нас отправляют в командировку. 2 марта мы заходим на территорию Украины, русских тишек, Харьковской области. Через пару недель нас перекидывают в Чугуевский район Харьковской области на станцию Гракова. За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя, в том числе и командир дивизии полковник Скворцов, что и показало 7 сентября при мощном контрнаступлении вооруженных сил Украины, что командование сбежало. Мы же, не растерявшись, собрали колонну и выдвинули в сторону Шевченко. Но нас перехватили и колонну сожгли. Я сдался в плен. Кто не сдался в плен, они погибли. Из-за этого я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. Здесь о вас позаботятся и накормят. А также матерям и отцам своих сыновей не допускать их к контракту, чтобы они не шли на свои жертвы. Этого не стоит. Это не наша война.